Валерий Иванович, поздравляю вас со всеобщим кардиологическим праздником, с таким замечательным конгрессом. Скажите, пожалуйста, в научной программе конгресса что наиболее привлекательным оказалось для вас в этом году? Ну, вы знаете, каждый конгресс действительно это большое событие. Наш сегодняшний конгресс 10-й, это уже большое событие, потому что это уже и опыт, это уже и накопленные какие-то традиции. Хотя мы должны быть честными перед собой, были и советские конгрессы, их было много, и они были высоко авторитетны, потому что наша отечественная кардиология всегда была на передовом крае. И даже те имена, которые когда-то были, ну что называется, люди были рядом, люди были в работе. Возьмите одну фамилию Мясников. Это была гордость и не только российской кардиологии, это была гордость мировой кардиологии. Даже само признание его и получение медали, признания «Золотой стетоскоп». Или 2 года назад Евгений Иванович Чазов получил международное признание Европейского общества кардиологов, золотую медаль Европейского общества кардиологов. Наша кардиология действительно это та область медицины, которой можно гордиться. Поэтому этот конгресс, он, как всегда, ассимилировал все самое лучшее, что может быть, и проблемы артериальной гипертонии, и новых подходов, и тактики ее лечения, и сердечной недостаточности. И того, что касается разнообразных подходов к лечению ишемической болезни сердца, это действительно то, что является органосохраняющим для страны в целом. Это ведь сохранение и здоровья нации, и продолжительности жизни и всего. Тем более в этом году конгресс совпадает с годом сердечно-сосудистых заболеваний национальным нашим в России. Поэтому действительно конгресс в этом плане нестандартный, необычный. Валерий Иванович, ну если вы коснулись истории, давайте вот вспомним о том, что раньше съезды проводились раз в 5 лет, да, а потом возникла необходимость со временем проводить их ежегодно. Скажите, неужели действительно за один год происходят такие кардинальные события, о которых в кардиологии я имею в виду, о которых нужно говорить, можно говорить, и неужели их накапливается столько, что в течение вот практически 4 дней масса народу получает новую информацию? Я думаю, что в этом вопросе есть, как в любой коллизии, и плюсы, и минусы. Я думаю, что раз в 5 лет это очень редко. Потому что действительно, ну, скажем так, в те годы и не было вот этого масштаба увеличения количества новых знаний. Наверное, оптимальным проведение конгресса раз в 2 года, как я бы думал, потому что, наверное, это самый оптимальный период и действительно для титрования того нового, что происходит, и для того, чтобы можно было с этим выходить, как говорят, городу и миру, к нашим практикующим врачам. Но у конгресса сегодня задача не только быть научным мероприятием, огромная образовательная миссия. И то, что на конгрессе вчера вот президент наш говорил, более 5000 зарегистрировалось кардиологов, это ведь возможность, чтобы эти люди получали самые современные взгляды. И что интересно, не только научная информация, но и трансформация рекомендаций европейских и национальных. Это дает возможность нам работать всем в едином ключе, а сегодня это тренд мировой, чтобы был единый взгляд, единый подход, единая точка зрения, и этому надо научить. Поэтому, наверное, у Конгресса несколько миссий. Вот образовательная миссия, миссия воспитания, подготовки на самом современном уровне, может в этом ключе вот более часто их проведение и оправдывать себя. Так что здесь, вот видите, как и любые проблемы, есть свои и те стороны, и другие стороны, плюсы, минусы. Ну, наверное, все-таки вот то, что мы должны сделать так, чтобы люди получали самую свежую информацию от лучших ученых страны, может быть, и этот 1-2 года и оправдывает себя. А в этот период между конгрессами, как вы считаете, дистанционное образование помогает? Я сторонник дистанционного образования. Когда-то мне казалось, что это надуманная совершенно вещь. Я был противник вебинаров, противник телемостов. Мне казалось, что очень важно, когда глаза в глаза.
перед тобой аудитория, ты чувствуешь ауру людей, с которыми ты общаешься, ты их объединяешь сам, отдавая свою энергетику в этот зал, и получаешь обратную энергетику. То есть мне думалось всегда, что это самое главное ВКонтакте. Но поработав на телемостах, на вебинарах, часто участвуя в нашем замечательном проекте «Интернист», я думаю, что это форма, заслуживающая внимания, одобрения, тем более в такой огромной стране, как наша. Да, сейчас достаточно много, благодаря обществам нашим национальным, возможности лидеру выехать в любые города и веси, встретиться с врачами там. Ведь раньше это было мечтой, увидеть знаменитого профессора где-то. Сегодня это реальности нашего бытия, но если говорить о структурированных образовательных программах, то это самая интересная форма на сегодня. И доктору удобно, он, имея возможность подключиться к интернету и даже в записи посмотреть выступление того или иного лектора, имеет возможность выбирать для себя и лектора, и тематику, и нюансы тематики, которые сегодня дают возможность дистанционное наше образование получить. Поэтому я сейчас широко приветствую эту форму, думаю, за ней будущее.